Пишет? Пишет. Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небесной Жизни. Сегодня мы посмотрим, каким образом надо целиться в игре... забыл название. Clean Vision. Вроде чистое видение, если правильно понимаю. Значит, задача проста. Необходимо каким-то образом высчитать дистанцию до нашей цели. Главное, чтобы цель стояла, сидела. Это максимально удобная цель. Ищем нашу цель. Собственно говоря... Так, это у нас какой-то рокер, что ли... Скорее всего, он будет идти, потому что его на стандартных позициях я не вижу. А нет, вот он, смотрите. Значит, необходимо найти какой-то угол для того, чтобы высчитать расстояние. Расстояние у нас, смотрите, 510 метров. У нас есть только расстояние 600, 200, 400. То есть нам необходимо взять половину от 400 и 600. То есть это приблизительно половину. Допустим, берем какой-нибудь угол. Ну вот. Возьмем угол этого самого дома, да? Окей, нет, даже он будет слишком темным. Давайте чуть-чуть посветлее. Вот, к примеру, угол стула, да? Теперь необходимо замерить либо верх, либо низ качания, да? Я возьму верх качания. И когда... Нет, даже низ, наверное, возьму, да, низ. Когда наш, собственно говоря, стул будет качаться вниз, необходимо настраивать так, чтобы... А, нет, да, вниз будем брать. Чтобы он, когда качался вниз, ровно наполовине и останавливался. Чекаем дальше. Так, он чуть выше, еще чуть-чуть выше. Чуть-чуть буквально. И сейчас еще раз проверим. Еще чуть-чуть выше, проверим еще разок. Вот, примерно наполовине. Теперь задача делать зум назад, чтобы основная стрелка прицела была на этом самом краю стула, когда качание идет вниз. На центре стула, когда качание идет вниз. Вот, центр стула есть. Теперь задача высчитать, конечно же, скажем так, лево-право, приблизительно в центр, то есть, ну, плюс 20, минус 20, там ветер вправо, ветер влево. Так, звук есть, хорошо. Ну, примерно, допустим, возьмем раз риска, два риска, три риска, между ними по одной риске, получается 1, 2, 3, это получается 15, где-то получается нужно 1, 3, 4... 5,5 делим на 2, получается 2,5. Раз, два. Вот приблизительно средняя риска, это получается 1, 2, 3. На третью риску мы будем целиться и чуть дальше. Теперь берем третья риска. Раз, два, три. Третья риска и чуть-чуть дальше. И теперь, когда качание идет вверх, ровненько-ровненько поднимаем пушечку вверх и... Делаем выстрел. Примерно так. Даже левел мне подняли. Спасибо. Давайте еще разок сыграем. Главное, чтобы противник сидел, иначе... Ну, у вас не будет просто времени на то, чтобы рассчитать все это дело. И попыток вы можете много потратить, но... Вот вроде наш противник. Да, это он, все верно. Дистанция 520 метров. То есть используем ту же самую технику. Ищем 400 метров. Да, иногда 300 попадается, но тут нам нужно именно по качанию вниз. То есть я помню, что вроде как нижняя риска при движении вверх должна быть на углу стола. Ну, примерно, давайте еще раз чекнем. Раз, да, в принципе, меня эта тема устраивает. Еще немножечко. Еще немножко назад, вот буквально сейчас должно быть. Еще капельку, вот капелюсечку, вот так. Да, все, на углу стула. Теперь смотрим. Минус 12. То есть те же самые. Третий будет у нас. Раз, два, три. Третья риска по, собственно, вот этим самым счетам. Один, два, три. Целимся третьей риской. Раз, два, три. И при движении вверх аккуратненько поднимаем. Блин, сбился. Аккуратненько поднимаем и нажимаем спуск. Ну, вот так примерно и нужно высчитывать, конечно. Ну, что у нас за миссия? Миссия сложная для нас, брать ее, понятное дело, не будем. Давайте еще один выполним. Квест. Последний уже. Так, что у нас? Где противники? Дистанция 390 метров. Более интересная дистанция. Потому что ее будет высчитывать, к примеру, проще. У нас по 6 дистанция в 400. Необходимо высчитать качание. Ага, он еще двигается. Так, тогда нужно быстро-быстро все это делать.
Ищем дистанцию 400 метров, берем качание на низ, чтобы оно было буквально ниже. Да, вот сойдет. Теперь делаем так, чтобы этот самый качание был на углу стула. Сойдет. Минус 9. Минус 9 это у нас... Где противник? Где противник? Вот он. Так, минус 9. Это получается уже чуть меньше, чем 3 риски. 1, 2. Получается вот между 2 и 3. Поднимаем вверх и делаем выстрел. Пожалуйста. Пожалуйста, квест выполнен. Давайте, ладно, что у нас это старенький? Последний, вот прям последний, просто очень хочется еще пострелять. Так, и опять та же самая локация, 480 метров, это почти что 500. Здесь уже будет сложнее высчитать, так как это не 500 от половины. И нужно будет там примерно по своим ощущениям считать. Скорее всего, девушка будет идти отсюда, или нет? Или что будет происходить? Где она? Ладно, давайте пока дистанцию высчитаем, или все-таки найдем ее. А, вот она, хорошо. Так, значит, дистанция 14 метров, примерно берем половину. Половину при качании, вот так вроде бы. Сейчас глянем еще разок. Раз, да, в принципе, ровно 480 где-то. Качание вниз, еще немножко. Еще чуть-чуть. Ну... И, конечно, желательно ниже, но я просто ниже потом прицелюсь. Минус 10, это ровно третья риска. Поднимаем аккуратненько вверх. Делаем выстрел. Пожалуйста. А вот, собственно, такая техника. Пожалуйста, можете пользоваться. Думаю, вам это поможет при выполнении вот таких обычных квестов. Неторопливых. Сделать хороший, четкий выстрел, чтобы, собственно, попасть. Как видели, сколько выстрелов, ни одного промаха. Все правильно рассчитал. Спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч, пока-пока, всем добра.